Добрый вечер. В эфире программа «Танцы со звездами». И сегодня в ней принимает участие звезда российского шоу-бизнеса Дима Билан. Хотел я по листве позвонить. Тысячи, миллионы фанаток изъявили желание участвовать в программе вместе с Димой. Нам поступило 1000 звонков, куча заявок. Но танцевать сегодня будет отнюдь не поклонница, а самый настоящий профессионал. Встречайте, чемпионка мира по бальным танцам, несравненная Екатерина! Ветер с моря дует. Пойдем, не бойся! Не бойся, пойдем! Да никто не заподозрит! Пойдем, не бойся! Не бойся! Иди танцуй, ты соска! Иди танцуй! Совершенно неожиданно у нас образовалась пара. Итак, это Дима Билан. Я так понимаю, его фанатка. Представьтесь. Ким Бессиджер. Гузелька. Гузелька, великолепно. Ну что же, нашей паре достается страстный танец танго. Лена. Гузель сама. Лена. Гузель сама. Лена, спасай. Извините, а кто у вас тут диджей? Ну я еще. Я сегодня точно танцевать с кем-нибудь буду. Перекресток семи дорог. Жизнь моя. Перекресток семи дорог. Вот и я! Вы верите в любовь с первого взгляда? Да, ну не сейчас. Вы что, действительно верите в эту старую стрёмную передачу? У вас такие глубокие глаза. А давайте в них картошку хранить. Сейчас не знаю, что ответить. Леонид, я вот смотрю, вы поменяли имидж. Или вас в армию забирают? Я вас дождусь. Леонид, садитесь. Леонид, а не могли бы вот сейчас для нашей любимой команды максимум сейчас поднять пятерку? Сейчас это ничего не решает. Ну, пожалуйста. Вот сейчас. Просто сейчас, да. Поднять пятерку. Мотаем, Кузя!